Обоюдная позиция. У соперника андерхук, у меня захват сверху. Вверху. И соперник давит на меня, пытается спину забрать, пытается подрезать этот угол. Я свободную руку выставляю в сторону, упираюсь. И с этой же стороны ногой я лифтую таз, поднимаю таз. Забрасываю ближнюю к сопернику ногу на спину. И делаю взмах, естественно, пытаясь дистанцию сократить. Ухожу в эту сторону. Да? Отсюда первая реакция, которую я бы предпочел сделать, я бы поменял ноги местами. Так я чувствую плотнее захват. И сразу же прихватываю соперника за затылок, начинаю его затягивать вниз, для того, чтобы закрыть треугольник до конца. Затягиваю соперника вниз за затылок, ногу со стороны захваченной руки я ставлю на таз, прихватываю себя за голень, подрезаю угол, закрываю треугольник, и теперь мне нужно перевести его руку. Я делаю прогиб, ручку перевожу в другую сторону и тяну отсюда работу. Давай еще раз. Соперник андерхук, я ручку ставлю на ковер, упираюсь, с этой же стороны ногой поднимаю таз, забрасываю ногу на спину и ногу на голову. Меняю ноги местами, мне так больше нравится, я так чувствую больше плотности. Затягиваю соперника вниз, не даю ему подняться, разорвать этот замок. Ногу со стороны захваченной руки ставлю на таз, прихватываю сам себя за голень, это важно. Для того, чтобы соперник в момент подъема не раскрыл вот этот вот захват. Да? Подрезаю угол, закрываю треугольник, делаю прогиб, ручку перевожу и закрываю снова, работаю отсюда. И давай побыстренько сделаем. Это бывает со стойки, да? Со стойки мы боремся, чему-то. Раз, попали отсюда, соперник начинает пытаться зайти за спину, я отсюда лифтую, раз, раз. Сюда, плотненько, закрыли, можно уйти в эту сторону, да? Можно пытаться поймать его ногу, но я пытаюсь сначала перевести его ручку отсюда, отсюда, отсюда. Давай все остальные еще. Спартера часто он поднимается и ставит контроль, забирает андерхук, появляется такая же позиция. Этой ножкой поднимаю таз, забрасываю на плечевой пояс ему ногу и пошел в эту сторону. Раз, два. Прогибчик делаю и снизу ручку выдавливаю. Оп. Давай, поехали. Он прихватил андерхук и выходит на четвереньки. Я прихватываю его сверху для того, чтобы предотвратить заход за спину. И в этот момент, когда соперник еще не успел адаптироваться в этой позиции, я поднимаю таз, забрасываю ножку и пошел сюда. Сразу же ручки на затылок, ноги меняю, прихватываю сам себя за голень, ножку на таз, доворачиваю, закрываю, прогибаюсь, ручку перевожу и работаю либо прямо отсюда, либо можно еще уйти перпендикулярно. Давай еще раз. Соперник забрал андерхук, выходит на четвереньки, я прихватываю, сразу лифт, раз, два, на затылок, ножки поменял, голень, угол, прогибчик, ручку перевели, работаем отсюда.